Привет всем! Сегодня у нас не посылка, а чистый прикол. Шла 16 дней. Тут два товара, каждый из них стоил $1.67. Это лизуны. Лизуны, которые очищают пыль, убивают бактерии, как написал продавец. Можно использовать для клавиатуры, воздушной решетки в автомобиле, компьютере, ноутбуке, телефоне, даже на обуви. Вот такие вот. Два лизуна, как я понял, один синего такого голубого цвета, а другой красного. Я специально загрязнил свою клавиатуру. Ну, не то, что специально, но грязная она. Ну, вот давайте один попробуем, посмотрим, что они себе представляют. Мне кажется, это какое-то противное создание. Но, тем не менее, я заказал чисто... показать вам, что такое тоже есть в Китае. Такое тоже можно купить. Какие-то они все расклеенные. Этот лизун весь, наверное, температура воздуха сейчас в помещении большая. И он весь такой прямо противный, как желе. Разошелся он по этому пакету. Тяжко его отсюда весь собрать. Пакет разрывать не хочется, так как он будет нужен для хранения его. Вот вроде бы всего его вытащил, а нет, не всего. Вот такая вот масса. Такая мокрая на скидку. Еще чуть-чуть осталось этого лизуна в пакете. Два цвета, есть разные цвета. Пожалуйста, продавец вам вышлет какой угодно. Ну, видите, вон. И еще даже не все. Еще даже чуть-чуть осталось. Вот, сейчас мы его соберем в кучу. Вот. Говорят, что руки останутся чистыми. Вот так можно разделать и положить, допустим, на клавиатуру. Вот давайте и попробуем. Он должен растечься по клавиатуре и убрать весь мусор. Всю пыль, все... как вам сказать, бактерии. Ну вот середину я сейчас им промокну. А бока останутся грязными. Ну давайте соберем. Вы знаете, действительно, клавиатура разительно отличается, где, ну не знаю, на камеру, наверное, не видно, но где я попользовался этим лизуном, все очень чисто. Так что вот такая вот дрянь. Заказывайте кому нужно. В машину. Можно ноутбук, телефон. Можно то же самое так вот разложить. Он на него так вот пройдет и убьет все бактерии. И все то, что вы руками помацали его. Но вещь такая противная. Но тем не менее, пахнет. Чуть-чуть как-то спиртом отдает. Вот такой вот лизун. Вот он растекается. Можно ему помочь. Ну и вот так вот все почистить. Потом его можно помыть. И в принципе он многоразовый. Пока не потеряет вязкость. Я вот не удержался, протер всю клавиатуру. Как вы знаете, есть еще... пылесос у меня в распаковках. Вот, но он нифига не пылесосит клавиатуру. А тут я ее всю вот так вот прошелся этим лизуном. Почистил. И, честно сказать, она лучше, чем новая стала. Смотреться стало, конечно, изумительно. И, как я понял, после этого лизуна на нее меньше садится пыль. Так что заказывайте. И у вас тоже будет
всегда все чисто. Очень удобно, особенно, когда на ноутбуке работаешь. Раз, протер клавиши. Да даже руки можно вот так вот потереть. Какой водянистый, прикольный лизун. Заказывайте. Ссылка на товар под видео. С вами прощаюсь. Пока-пока. Напишите в комментах, как вы думаете, можно его еще использовать. До свидания.